Дети и их здоровье – это то, во что вкладываться важно и просто жизненно необходимо. Так считают и руководители группы компаний «Санта». Они продолжили свою благотворительную работу с детской областной больницей. В этот раз в качестве безвозмездной помощи компания «Санта Ритейл» подарила самым маленьким и особо нуждающимся в помощи жителям города видеоколоноскоп. Когда речь идет о жизни и смерти, мы не можем находиться в стороне. Обязанность нашего бизнеса – это поддерживать и помогать нашей медицине. И когда мы получили предложение с просьбой помочь в выборе и покупке колоноскопа, мы долго не задумывались. А в кратчайший срок выбрали поставщика, привезли его сюда, в эти стены, и очень надеемся на то, что это приобретение поможет более качественно и более быстро нашим врачам лечить наших детей. Важность тут трудно переоценить, потому что, ну скажем так, наше учреждение – это учреждение третьего уровня оказания помощи. И до вот момента, пока не было такого оборудования, мы были вынуждены всех, кому оно показано, отправлять в Минск. Что, ну, не есть правильно. Это прописано и в наших приказах, что это должно быть на нашей базе. Просто, чтобы не занижать показания для исследования, да, на сегодняшний день оно есть, поверьте, что оно будет востребовано. Оборудования такого высокого уровня ранее в областном центре не было. Аппарат будет использоваться для проведения сложнейших малоинвазивных манипуляций без открытого разреза. Это позволит избежать кровопотери, снизить риск инфекции у детей. После такой операции не останется и шва, а ребенок быстрее восстановится. Ранее для проведения такого рода обследований и бесшовных операций детей приходилось отправлять в Минск. Что очень интересно, что очень важно для нашей больницы, что он является именно детским. Педиатрически подчеркнуть, то есть его диаметр на вводимой трубке, то есть тем, чем исследуют детей, составляет 9,5 мм. То есть это очень тонкий, очень удобный аппарат именно для детей, ну, можно сказать, что с раннего возраста. Его можно использовать до 18 лет. Также благодаря новейшим функциям, которые входят в этот аппарат, мы можем диагностировать опухоли, которые находятся в слизистой ткани, можно раньше, которые не видны даже глазом, то есть благодаря функции NBI. Завершается строительство нового корпуса, куда переместится 4 отделения. Это около 140 коек. Всего Брестская детская областная больница рассчитана на 417. Медицинское оснащение корпуса будет наивысшего уровня, в том числе благодаря новому аппарату, который позволит проводить весь спектр диагностики и лечения патологии толстой кишки. Это важное приобретение для пациентов разных отделений, например, гастроэнтерологического и хирургического. В настоящее время увеличивается количество пациентов с заболеванием нижнего отдела желудочно-кишечного тракта. В частности, колиты, проктиты, сигмоидиты и всякая вещь. Я здесь уже работаю почти 30 лет, и у нас был колоноскоп. Вот он старенький. Это фибра, оптика, видите, он уже желтый стал и так далее. Что у нас был? Он уже в нерабочем состоянии. Мы благодарим Санту, что они нам дали шикарнейший подарок, пока в упаковках, потому что мы не можем сами это распаковать, нужно, чтобы была соответствующий был сертификат. Уже совсем скоро новое оборудование будет работать. Первое время аппарат будет тестироваться, после чего с его помощью начнут проводить обследования и операции. Очень хочется верить, что результат не заставит себя ждать, и в скором будущем как можно больше детей получат быструю и качественную диагностику заболеваний.